Взяла себе такой хайлайтер новый от L'Oréal, мне очень понравился, не знаю, хочу попробовать, не знаю, скажу вам дальше как, но я его попробовала в тестере, он именно вот такой, как бы не сильно блесткий, не сильно мерцающий, такой очень деликатный, незаметный, такой очень изысканный хайлайтер. Ну, у меня ожидания от него тоже большие, посмотрим, попробуем. Взяла себе тоналку, которую вы все знаете, что я просто обожаю от Буржуа. Просто зашла сюда и не мог, как бы, я ее знаю, она есть во всех странах, но я именно нашла этот цвет 52, который я хотела попробовать давно и решила купить. 53 у меня есть, он мне на лето идеален, а вот на сейчас, на зиму, он как бы мне темноват, поэтому взяла 52. Лак для волос. Честно, из всех лаков, которые я когда-то пробовала, лучший лак для волос, вот он. Он очень хорошо держит, но в то же время он не склеивает волосы, их можно расчесывать, их можно поправлять. В общем, волосы, нету такого чувства, что они с лаком, но держится прическа просто бомба. Это L'Oréal Elnette Satin. Вот так вот выглядит баночка. Это я не знаю, если его, где его можно найти, но я думаю, что везде, где есть L'Oréal. Это я себе взяла именно... как бы, я думаю, сильно, очень сильная фиксация. Это мое знание французского, так это переводит. Конечно же, не могла пройти мимо моей любимой подводки от L'Oréal, которой пользуюсь реально 100 лет в обед. Вот эта подводка, это называется Superliner. Вы, наверное, ее все знаете, водостойкая, с этим таким кончиком, знаете, вот такой именно как от губки, из губки. Он не кисточка, которой трудно работать, не палочка твердая, вот как в бодишопе, которой тоже трудно. Он именно вот такой, как бы, имеет форму, но немножечко гнется. Это идеально, просто для меня эта тоналка, эта как подводка, она просто идеальная. И нашла сейчас лимитированной эдиции тоже эту, она бронзовая. Такая как бронзовая, немножко с таким смерцанием. Именно сейчас новогодняя, я тоже ее взяла на пробу. Сейчас она у меня на глазах. Сейчас подойду поближе, не знаю, если видно. Ну и, конечно же, мои покупки в Париже не могли бы быть завершенными, если бы я себе не купила вот эту вот штучку. Я себе, честно, не планировала ничего покупать, но просто я зашла в парфюмы, тестировала новые, пробовала, поняла, что мне ничего от этого не нужно из-за этого, потому что у меня все есть дома, до момента, когда я просто добралась до этого аромата. Это Coco Chanel Noir, черная эдиция. Я не знаю, это что-то новое, или он был всегда, я его когда не замечала. Девочки, честно, я не могла без него просто уехать из Парижа. Вот такая вот бутылочка, похожа на Coco Mademoiselle, просто черная. Просто я не знаю, как описать этот аромат. Это, если вы знаете Coco Mademoiselle, это на 3 ступени выше. И еще более изысканный, уникальный. В общем, аромат уникальный. Я его попробовала на себе, и я вот сколько гуляла по Парижу, я просто вот шла и балдела от этого аромата. Всем рекомендую, если его увидите где-то, просто попробуйте вот на себя, пшик, и почувствуйте свое состояние. Я это даже не могу передать. Вот. Но я очень рада, что я его взяла, потому что именно этот аромат у меня будет ассоциироваться с этой поездкой в Париж. Не знаю, как его описать, я поищу в интернете его ноты, я очень... Плохо могу объяснить это, но я просто могу объяснить мои, как бы, впечатления от этого аромата. Это такой аромат уже состоявшейся, знаете, девушки, уже реализованной, сильной, уверенной в себе, шикарной, красивой, дорогой, но в то же время очень такой... женственной, сексуальной, конечно же... деловой, в то же время романтичной, я не знаю, как, в общем, взрыв, полный взрыв, вы его просто попробуйте, я больше не знаю, что о нем сказать. И еще к нему я себе взяла, конечно же, комплект, тушь одной из моих любимых, Chanel Volume de Chanel, по-моему, она называется, да, Le Volume de Chanel 10, Noir, черная. И карандашик черный, тоже черный, просто классический черный карандаш, хороший, водостойкий, механический, с точилкой на одном кончике. Цвет тоже 10, Ebène.
Эбон, Эбен. В общем, я не знаю. Вот так вот он выглядит. Обычный карандаш механический, который достаточно толстый, но на другом конце есть маленькая точилочка, которым его можно как бы поточить до тоненького, тонюсенького кончика. И сейчас вам покажу то, что себе купила моя сестра. Наверное, вам интересно, не знаю. Это вот такой вот аромат от Estée Lauder, Modern Muse называется. Их два. Один вот такой розовенький, нежный, другой черный. Мы долго выбирали между двумя, но этот все-таки он такой какой-то вот... Он серьезный, женственный, такой взрослый, но есть такая нотка свежести в нем. Другой мне показался сильно приторным, но этот просто шикарный. Вот, я не знаю, девочки, опять же, присмотритесь. По-моему, это что-то новое. Они сейчас, это новые парфюмы. Этот вот серия Modern Muse, но их два, как я и говорю, розовый и черный. Но вот именно этот розовый, светло-розовый, бомба. Он, опять же, он не девичий, он не аромат идти ходить в школу, но это уже аромат такой, знаете, вот взрослый... Взрослой девушки, состоявшейся уже девушки. И вот такая вот палетка, которую моя сестра себе купила, новогодняя эдиция, может быть, вы у себя найдете. Мне показалась очень-очень классная палетка от Dior. Очень, я обычно не люблю палетки, но это очень удачная. Здесь румяны, супер цвет. Такой как бы пудра немножко с эффектом хайлайтера. Ее можно использовать, если очень как бы легко, можно как пудру. И если так как бы посильнее нанести, то уже будет красивый хайлайтер. Тени шикарнейших оттенков. Это вот такие нейтральные сатиновые. А эти два именно такие глит, ну как сказать, уже с блестками. Вот это такой как металлик, как золотистый, серебристый какой-то металлик. А это черный металлик, очень красивый. Суперские два бальзама для губ, такие помады и очень красивая сумочка. Сейчас я вам ее покажу, которая после того, как у вас закончится эта вся продукция, вы просто это все вынете и будете пользоваться этой сумочкой, вот, не знаю, как кошелечком или как косметичкой. Вот так это все открывается, очень-очень-очень красивая, кожаная, вот такое. Сейчас вам покажу поближе. Вот оттенки, если вас интересует. Вот это такой ненавязчивый хайлайтер, румяна, универсальные тени. Просто шикарные 4 оттенка. Два таких именно праздничных для акцента. Этот черный можно использовать как подводку иногда. Серебристый, золотистый можно использовать просто как блик, знаете, вот на середину как бы века. Красивые оттенки для губ и красивая сумочка.